Ребят, всем салют. Сегодня нетипичный контент. Будет Counter-Strike Global Offensive, который любим, так сказать, все равно в нашем регионе. Поиграл я 2 на 2 турнир с Владом Нафаней, тир-1 игрок невероятного вообще уровня. Было супер приятно повзаимодействовать, пообщаться. Напишите в комментариях, как вам такой формат вообще видео, и приятного просмотра. Так, ну смотри, ну мы не можем проиграть, я тебе сразу говорю. Мы типа обязаны выиграть. Ты уже давишь сразу, да? Так, блядь, ну это ж пиздец. Ты видел там деньги какие? За такие деньги, я не знаю, ну типа... Так кому похуй, на эти деньги будет, тот их и заберет, понимаешь? Так, а у меня роль есть какая-то вообще? У тебя роль? Да. Кэрри, очевидно. Все, ну все, тогда заебись. Let's go. Влад, что значит красивый поступок от Нафани? Да я в рот ебал, я что знаю. Они придумали, а я должен всем рассказать. Так я тебе говорю, я ничего не делал, понимаешь, в чем парадокс? То есть, ну, моего участия в этом примерно ноль. Они сами это расфорсили, и теперь меня все спрашивают, что это значит. А вот что я могу ответить? Откуда я знаю, что это значит? Все, мы начинаем, да? Ну да, да, да. Да, let's go. Ножи, ножи, надо сейчас ножи будет выиграть. Ножом не машем, повторяем, не машем. Так. Не, ну... Коснул, коснул, второй коснул. Хорошо, эйс, эйс, тебе уже дали деньги за это? Или это, ну, я, кстати, не знаю, я думаю, не считается. Но вообще как будто бы надо, надо, надо. Согласен, согласен. Год 2 монстр пикнем, беги 9, вот 9 беги направо. Давай, давай, давай. И просто сразу го монстр пикать. Вода убил, бомба, у меня бомба. Можешь зиг подходить, шифтом, 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 зиг иди. У меня, отошел. Пропушу меня. Ай-яй, рекорд разъебал 1-2. Ну нормально, буду вдвоем соединиться, мой фейл. Блин, я упал, он слышал. Ой-ой-ой, пиздец, твой раунд давай погнал. Он прошел? Да, прошел, прошел, слева. Ебать, НТ. Нихуя. Это, блядь, Никс, нахуй, просто одну въебало. Хорош, ебать ты сильный. Я знал, что я недолечу, я знал, что я недолечу. Да ты супер сильный, пиздец. Сука, хотел бы со времени убить. Бля, мне даже как-то жалко. Да, пацанов, похуй, бывает. Он пиздец тебя ждал реально до третьей, блядь. Ой. Так, а у них сейчас нет денег, да, получается? Я думаю, будут хуёвые, аккуратнее зараж. Вышел. Уходи, уходи. О. Еще один. Прячься. Бля, ебать, это что? Никс нормально кличка попадает? Мажет савиком мне, понял? Я, да, его, я его пушу стек, он мне одну зигла дает. Ну вот мне два раунда зигла просто прилетело, я охуел тоже. Пиздец, это то же самое, что мы бы сейчас на СФ-ах пошли, я бы его разъебал 5 в 0. Погнали, зиг, выходите. Вода, просто выходи. Просто смотри, просто смотри, выходи. Просто выходи, смотри лево. Близко, близко. Ободали, класс, убил. Ты ебать сильный. Бля. Ладно, это легко, но я горел, это легкое будет. Так, ну что, пора с первой въебать? Ну, надо выиграть. Надо. Давай. Прям очень жестоко. Балкон. Меня убили. НТ. Сука. Я не успел вообще ничего. Видел, справа, справа. Хорош. Авикласт. Сверху, 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 понял? Прям перед тобой сверху. Ой-ой-ой, у меня 61. Оп, фишечная пошла. НТ. Ох, нормально. Какой-то добег уже только что произошел. Это тиль. Александр... Пиздец, Александр, 9-1 въебали. Ну надо а чё? Надо бля. Да похуй, бля, не наш карт. Давай, просто... давай возвращаться к тому, что мы, как мы играли на Overpass. Я делаю, что хочу, и всё. Типа, да. Но у нас сейчас второй полуфинал, это Макс Shadowkeg будет со Станиславом играть против Нафани Никса. Это понятно, да? Это тоже открытие, которое стреляет. Давайте посмотрим, пики бана у нас идут. Ты смотри, Overpass пикает у нас, Нафани, Никс и Shadowkeg вместе пикают. Какую карту? Шорт даст они у нас пикнули? Так, посмотри, и третья у нас так, Нюк. Третья у нас как карта тебе? Нюк Десайдер. Так что, пистик, короче, классически играем, не торопимся, пиздим в ебальник и побеждаем. Ты уже занял? Да, вот не вижу. Дилда? Уф, дилда. Я думаю, фанера другой, понял? Эх, НТ. Не пошло по стрельбе. Да, сюда не пошло, бывает. Ладно, гвозди глов отъебем. Давай. Зик в упоре. Убил. Найс. Он только бочки, либо тройка. К тебе не пройдет. Бочки. Ебать. Бля, я говорю, видишь, мы зиглов пиздец ебем. Нет такого. Есть ощущение, да? Короче, гвоздь делаем то, что мы обсуждали. Я молик зиг дам. Ты, короче, дашь смог центр сайт, молик бочки и флешку мне на выход задил. Окей.
Зиги не должно быть. Мама, подожди, хаябаться, да? Угу. Идет, идет близко. Минус 47. Ой, бля, минус 82. Бля, он прям... Вообще, я вообще не понял, как он там оказался. Ладно, похуй, короче, неважно. Что было? Я опять через воду пойду, госклашами простых отпиздим. Там я еще мог доиграть. Тройка по 9. Прям внизу. Минус 47, минус 47, бат. Ой-ой-ой, минус 33. Сука. Раз. Два. Они в хелпе, они в хелпе. Один в тройке, один на БЦ, понял? Да, да. Хорош, АБЦ-авик, АБЦ-авик, точно. Он на 9 ушел, сори. Да ничего, ничего, все нормально. Нам надо один раунд взять, и мы 4 зацепимся. Короче, го, просто вот играть, как мы играли. Я просто буду в воду ходить. Я сейчас смог сайт дам и дам молик бочки, вдруг они обосрутся. Я зик выхожу уже. Тройку убил, оставик. Го просто вместе выйдем на широком. Нет, давай, я даю первую и выхожу на широком. Дал, дал вторую. Он близко задел, да. Идеально. Все, охуенно, красава. Мы с тобой вместе хорош, сыграли, хорош, победили. Хорош. Дал и... Дал флэш. Дилдавик. Большой авик есть. В хелпу ушел авик. Хелпа авик. Хелпа это там? Да-да-да. И он на 9 может пойти, понял? Я думаю, на 9 пойдет. Окей. Бля, да. Я такой смог кривой дал, пиздец. Похуй, похуй, нормально. Ладно, го еще на 3 брать, за контроль мы их оттрахаем. Я фишечный даю на выход. Не мучусь под него просто. Авик хилпа. Абацавик. Я красный, не два. Убил. Хорош. Минус 98 сочил, да. Да-да-да, я подкрестил фраг. Не-не-не, все ок, вообще. Я, может быть, и умер, у меня 2 хп. Ой, точнее, он мне минус 98, я минус 93. Ну, это вот этот спрей с Галилы легендарный. Тот самый знаменитый. Ладно, го пистик брать и оттрахаем их. Давай-давай. Один у меня в трубе, по-моему, монстр может идти аккуратно. Красный Станислав, я ушел. Еще один. Красный-красный тоже. Я иду к тебе на шифте. Все. Идеально. Бля, надо ему, конечно, мне надо поработать, я просто в пузо мужика затыкал. Ну, главное, что сработало. По факту, по факту. Хорош. Хорош. Иди. Поздравляю, очередной красивый тайминг, нахуй. Я просто только прицел увожу, блядь, буст чекнуть, нахуй, он просто выбегает. Ладно, го нормально. Просто не хочешь, не хочешь шифтом на монстра выйти? Просто на контроле выползти, нахуй, как долбоебы. Они его не откидывают даже. Можно по тишару сыграть, если хочешь. Скорее всего, запрыгнул это на фане. Скорее всего, тут на фане играет. Блядь. Что они, блядь, делают? Я не знаю, им просто везет ублюдкам. Хорош. Вода должен быть. Вода минус 30 с фармилкой. Минус 50, Макс, под водой. 13. Nice. По воду пошел, Стас, на подъеме слева от сайда. Слева от сайда на подъем поднялся. Будет пикать шорт. Мне кажется, надо монстр выйти. Я тебе еще дал. Слева, слева за сайдом и 9. Минус 60 за сайдом. Звук, звук. Блядь. Чем он сюда смотрит, блядь? Куда ты выходишь, нахуй? Боже, блядь, сиди нахуй на девятке, блядь. Хорош, хорош, Никс. Бля, ты пиздец отец. Ты важно очень первого убил. Прям пиздец, супер важный фраг. Отцепляться. Если этот раунд берем, им пизда полная. Дигл. Ебать. Сори, минус 3. Нормально, нормально, нормально. Блять, я люблю тебя. Нормально, нормально, командная работа. Просто лучше. А что они делали, ты понял? Почему они бустились? Я не понял. Может быть из-за того, что типа ты убьешь... А, ты убил... Понял, ты типа мог убить первого Савика, а второго, наверное, они думали, что не убьешь. Ну, хуй знает. Короче, все такие... Но они, видишь, еще ныть начали волчат, значит, они в тильте. Все, дожимаем. Они с респа в тильте, забей. Там надо просто грамотно кнопки нам нажать, и мы уже победили. Да-да-да. Буст был. Значит, оба там. Два зик. Все прям бегут. Я убил обоих. Что второй делает? Никс! 5 хп. Найс! Алекс слева, Алекс слева, Алекс слева, Алекс слева. Ебать. Бля, ты такой отец. Ты пиздец. Такой папочка, это просто пиздец. Бля, я когда сказал убью обоих, я подумал, ну бля, я не могу не убить после этого. У меня нет молика, я просто смог дать шот. Бегут быстро. Монстр 2, монстр 2, монстр 2. Я молик дам уебало. Второй там же, перед тобой. Патронов нет. Найс! Бля, ты точно, ну, блядь, ну, блядь, ты кто, блядь? Сука, ебать не пошло по Риму последний, блядь. Ты кто такой, я понять не могу. Ты вообще человек? Пиздец, блядь. Я... По Риму вообще не пошло по последнему, ебать.
Бля, ну это хороший пас был, я так скажу. Бля, пиздец. Ну я так скажу, они уже, понимаешь, они уже боятся, что могут проиграть. Нам надо просто закончить дело, и все. Ни больше, ни меньше. Они уже на очке. Бля, у меня этот выброс нахуй гормона, блядь, эндорфин. Эндорфин, let's go. Все на самом деле очень просто. Надо просто за контроль взять 9, 8 вернее, и все, им победили. Подожди, один плент, короче, это вот этот. Да, и все. Так, я направо пойду. Окей. Я, ну, я налево, получается, или в плент просто? Ты как хочешь. Ну, в плент, мне кажется, там тебя глоки могут разъебать. Да. Можно бомбу давать, ставить, понял, убивать. Билет, она был дроп, план, дебей. Потом. У меня вышел. Прошел, сайт. Убил. Еще тут убил. Ну тут понятно. Ваня, ну видишь, проиграл. А, малый. Ну, это было легко, на самом деле. Ты хорошо прям по нему попал. Я его просто в пузо затыкал. У меня тут два ма. Слышь. Там что-то они хуйню какую-то дикую делают. Ну все, надо не расслабляться максимально. Да, 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 надо максимум выиграть, брать, да, надо максимум брать. Все. Продлил. Угу. Сверху, сверху. Да, тайминг. Я думаю, второй где-то рядом с ним. Слишком уверенно играл. Ой-ой-ой, НТ, бля, 87. Чуть-чуть не хватило, пиздец. Бля, просто в голову не залетело, 6 хитов. Короче, я их на улице буду пиздить, они там вообще какие-то лапки. Смоки пошли. У тебя оба, у они оба в молике. Хорошо. Меня прошили. Минус 24. Найс! Нормально, это командная работа. Ты, кстати, очень важно первого убил, красавчик. Сверху один. Прошел, у тебя в проходе будет слева, понял? На улице один. Бля. Если да, они... оба. Если они там... Да. Бля, здесь, кстати, обузка этих идет. Бля, я, короче, просто не понял тайминг, понял? Типа, он раньше меня приходит. Теперь я буду знать. Я просто право смотрю. Он ставит. У меня пошел уже. Ой, блядь, лучший просто год, блядь. Нормально. Сергей Годбрагин, он самый. Есть. Никого. Красный один? Два у меня. Красные оба. Оба красные. 10 хп. Один справа, один слева. Ходи, дальнюю дай. Можешь попрошивать ящик. Оба красные, пиздец. Буду легко. Еще красный. Может обходить, по идее. Был? Да. Найс! Бля, ты такой отец, пиздец. Я говорю, мы, блядь, охуенная команда. Дай мне кольт, плиз. Аккуратнее вот с того прохода может перейти. Бля, у меня все-таки был. Ой-ой-ой. Сука, ладно. Он, короче, в этот, как я понимаю, типа ушел направо, и я думал, он не успел пройти. Короче, есть раунд на доверие называется. Дашь Давай. Мне береты, да, и купишь себе смог. Короче, смотри, дашь мне береты, мы побежим, ты дашь смог, и будешь ставить пачку в смог. Если по тебе будут стрелять, я буду убивать, понял? Угу, все. Давай, без проблем. Просто побежали на плюсовое просто. Давай. Один слева, один будет центральный, понял? С одной, блядь. Слева. Оба. У одного берет. Что там? Ой, НТ. Ебать, ты ебальник снес. Ладно, это мой фейл. Они улицу отдали, если что. Один тебя пушит. Минус 41, он пачку сходит. Да. Блин, просто. Они, короче, вдвоем так и будут играть. Го, закупимся, возьмешь себе калаш, я возьму горил. У них фармилки, они сейчас будут просто играть по ближних, я пойду через улицу. Го, два улицы сыграем. Го. Я через низ пойду, ты можешь через верх, если хочешь. Давай. Мне кажется, как раз сейчас надо на дистанции просто их пить. Да, правильно говоришь. Один у меня убил. Надо бы убить. Второй, тут же, там же. Окей. Ушел в проход, понял, за горилом пойдет. Где? У тебя в сайде. В сайде справа. Блять, какой лаковый пылесос! Авик дать? Да, давай, давай. Один убил. Я 10 хп, я пикну, Стас, просто как долбоеб. Пачка вот тут будет, Стас. Минус 10 хп, он 10 хп идет тебе налево. 10 секунд. Просто слышал, он 10 хп, вот он. Авик справа. Как всегда, лакирок ебаный, нахуй, в ножку ему, конечно. Бля, пылесос, что он на нее сюда поставил. Так, он Авик взял, короче, я побегу просто через верх, я сейчас смог дам, попробую там что-то намутить. Ты можешь. Давай, я через низ промучусь. У меня. За БТРом, и он на респе. Бля. На респе ластовик. Ой!
Ай, блядь, какой же ты, блядь, просто лучший, нахуй, Влад. Да, это было неплохо, соглашусь. Там дурачки, конечно, что меня отпикали. Я вот просто вот так вот делаю. Давай. Убил? У меня 45 хп. Похуй, я ставлю. На себя играет, тоже не играй на бомбу. Хорош. Он здесь сам идет. Угу. Дурачочек, походу. У них по бабкам все хуево. Мы можем сейчас на самом деле медленно сыграть опять через улицу. И все. И они ничего не сделают. У нас опять дальние дистанции будут. Давай вверх тогда, ты низ или как? Да, да, да. Как мы играли? Давай, это давай. Хорошо у нас получается. Одного убил. Лучше. Голова через. Очень красный. Найс! Хорош, Влад. Все, пиздец, мы в финале. Это было хорошо. Бля, ну мы их на самом деле тактически задавили, я считаю. Потому что, ну, вот эти два раунда, когда мы пошли через улицу, ну вообще, короче, мы красава. Я вот что хочу сказать. Мы вообще охуенно все делали. Заебись. Я горжусь, Влад, что ты мой тиммейт. Поддерживаю, поддерживаю. Очень взаимно, максимально. Так, давайте посмотрим. А, у нас интервью с Никсом будет. У нас гость приглашенный сейчас. У нас интервью в прямом эфире будет. Ох. Давайте, Никса, ждем, где он у нас. Здорово. Здорово, привет, ты привет. Нас слышишь? Привет, ребята, да, слышишь. Здорово, как у тебя настроение? Как, готов выигрывать финал? Да, конечно, все отлично. Как у вас? Для нас удивление такое стало. Я не ожидал, что ты так хорошо играешь. Я привык, ты доту смотришь, в доте все время, знаешь, как-то там варишься. Но посмотрев, вот сколько мы 6 игр посмотрели, ты для нас открытием стал. У тебя какой вообще левел фейс-то? Сколько у тебя часов? Расскажи, сколько ты в КС играл? Спасибо. У меня, ну, очень приятно слышать, просто у меня 1000 часов. Вот, фейсит у меня левел 7, но в целом у меня, ну, как бы неплохо получалось всегда в шутеры играть. И, ну, если ты живешь в СНГ, в целом там, я 96-го года рождения, и получается, ты всегда как бы был связан, если играл в игры, типа в CS и Dota и параллельно, это смежно было. Ну, по крайней мере, все люди, которых я знаю, играли параллельно в эти игры. Я вот много раз говорил, что я играл параллельно и в CS, и в Dota, а потом в Dota мне просто дали зарплату, и я перестал в CS играть. Ну, то есть, в основном, это 1000 часов было наиграно там в районе там 14-го, какого-то 15-го года, вот. Ну, понятно. Ну, смотри, ты же к этому турниру готовился. Я как-то заходил на твой стрим, ты в конце говорил стрима, что мне нужно заканчивать, срочно идти тренироваться. Я еще такой смотрю на этот турнир, думаю, так, серьезно? Прямо желание вот выиграть было. Тренировался, ты готовился, да? Слушай, ну как, в целом, я где-то видел, короче, вот что есть такая тема, как вот этот рефраг, где ты просто там можешь префайры поиграть и кроссфайры, это когда ботов просто стрелять. И вот где-то часа два я потренировался, и на следующий день где-то, наверное, еще 3-4 часа тоже. Вот просто пострелял, просто подвигался в игре. Просто я же играл в Valorant. Ну, вообще в шутеры я, типа, не играю практически. Но вот из-за того, что последнего играл в Valorant, стрельба вообще сложнее, наверное, раз в 6. Ну, то есть в Valorant прям очень было просто попадать. Я зашел в CS, и вот, наверное, первые часы мне вообще не мог никого убить. Поэтому вот, наверное, эти где-то часов там 7 я просто пытался привыкнуть к стрельбе. Никса, хотелось бы все 5 карт отыграть? Да, вот, кстати, 5 карт я бы с кайфом отыграл. Но если 3-0 выиграем, тоже будет кайф. Короче, в любом случае будет кайф, даже если проиграем. Понятненько. Ну ладно, что, я могу тебе такой удачи, как мы всем удачи, пожелать. Удачи, удачи. Очень давай, круто вы сыграли. Покажите хорошие уровень. Игры, ты 5 красавчик. Карт, MVP от Нафани. И, в принципе, ну, может, еще, не знаю, если выиграешь, зайдешь к нам еще на интервью, будем тебя очень ждать. Спасибо тебе огромное, что зашел к нам на уголок сидеть такой. Все, давайте, ждем у вас крутой игры. Давай. Давайте. Давай, давай. Бля, ну уже, на самом деле, мы молодцы, я считаю. Вне зависимости от результата, да, вот мы отцы. Главное получить максимальный кайф. Мы уже проделали колоссальную работу. Согласен. Но эти челы были самые жесткие вчера, с кем мы играли. Будет, ну, очень справедливо. Интересно справедливо, против да. них сыграть. Я считаю, вообще, в принципе, справедливый финал. Мы, типа, нормально оба попадаем, как будто бы просто надо это реализовывать и все. Угу. У меня будет, если я, короче, пройду в сайт, я просто на поху буду ставить, ты мне можешь подъем этот забрать, стройки, которые это вот. Называют. И все. Приходит оба. Убил оба. О, Никс! Минус 2 делает, опять довольный, опять улыбается. Ё-моё. Ну ты силач? Ну ты тоже? Блядь, это команда. Я по одному в тело попал, ты въебал. Я по другому въебал, ты в тело. Это командная работа. Хочешь калаш, Влад? Не-не, я с формой побегу. Я малик зигдам, я пойду через воду. С тобой шорт бы вышел, наверное, мне кажется. Да-да-да, я думаю, это будет хорошо. На шесте я подхожу. Дилда? Он за монстр не боялся, фанер другой. Ебать, ладно. Там был бочки, получается. Да. Неудачно вышло как-то. Да. Смог продлили. Дилда? Бля. Прошел меня. На нафиг.
Ладно, там просто у меня тайминг хуёвый был. Вот закупимся, ты калаш возьмешь, я побегу с диглом опять. Можем подождать оба смока, но и у них не будет гранаты, да, потом плюс, что-то плюс, делать. Плюс. Могу тебе флешку дать на пик. Давай. Дал. За колоннами, с 34. Да, просто попасть не могу, пиздец. Можем попробовать что-то вдвоем сделать. Да, плюс, короче, я бы просто монстр на самом деле шел. Я не думаю, что они сейчас пушки будут выбрасывать. Го, закупимся с гориллами, похуй, что первый армор будут. Просто монстр пойдем, переждем их гранаты и все. Они нихуя не сделают. Давай. Надо просто вместе как будто бы играть и все. Да, давай. Бочки. Убил. Тройка. Тройка битый. Он направо убегал, если что. Найс! Хорош. Бля, пиздец, я разъебал с гориллу. Я ебальник снес и еще этому тоже попал. Он сейчас авик возьмет 100%. Вы наш раунд? Давай, да. У меня тоже деньги есть. Ну, у меня... Давай, смог сайт. Давай, флешки. Фит монстр. Авик был. Был монстр с калашом, с кольтом, то есть. Ай-яй-яй. Ну, рядышком, рядышком, нормально. Нам на самом деле надо только 3 раунда, так что все окей. Раунд этот берем, и у них по бабкам будет все хуево. Дилда не вижу, тройку не вижу. Один упал точно в воде. Я сейчас одного убью. Ластавик, не торопись. АБЦ. Я без ноги. Без ноги. Красный, он красный, один хит. Найс! Хорош. Можешь кольт подобрать или калаш. Что там у него на мавик поди. Ну похуй, где? Нормально. Ладно. Дай мне авик просто. Смог сайт, могу дать 2 флешки. А, ну ты савик. Го, монстр. Опа-опа, монстр! Ох, если он перед смоком не повезло. Гениально. Спасибо, поступка тебе. Да, бля, ты пиздец ебешь. Я пиздец Фокс. Да, я говорю, ты победитель, блядь, по жизни, давай. Нам, мы всегда ебали за контров. Факт, мы взяли факт. Больше, чем нужно. Надо просто доиграть теперь. Все, монстр я забрал. Аккуратнее буст. Монстр вышли два. Еще один монстр. Хорош. Это я от буста напрягся, блядь. Спасибо, что ты сказал, потому что меня не... Если бы они реально бустились, я бы умер. Я же забыл вообще о таком существовании. Нормально, 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 нормально. Я контролирую такие процессы. Он мне армор попортил. Мы команды. Ой, блядь, ебать меня. Двое. Забей, меня развели. Он начал топать, я вышел его пикать, и он открыл дверь и убил меня. Ну, либо так совпало. Два, блядь, два калаша. Они... Фармы дропнули. Я вот здесь стану слева. Никса не вижу. Го вместе пойдем. Давай, я первый вылетаю просто на прыжке. Давай, давай, let's go. Бля, ебать он ставит, блядь. Пиздец. Прикинь, меня бы въебал еще, во хуесос. Минус 41. Кто ты первому попал ебануться? Ладно, гвозди глов их отпиздим, нормально. Давай, давай, да. Бля, я второго должен был убивать. Да не, там тяжело было на самом деле. Нет, у меня 20 хп, зик. По-моему, 2 зик. Да, да. Не выходит. Убил сайт. Хорош. Подожди, он байтил, скорее всего, какую-то хуйню. Я от монстра даю смок. Ты видел меня? Не-не. Спину не видел. Бля, ебучий на фане, блядь, вылази. Мы без смоке. Найс! Ебать, нахуй, Влад, блядь! Отъебано, лучший, блядь, просто лучший. Так, я знал, что на фане на дереве, блядь. У меня еще лоу хп, блядь, ну и не лоу. Ладно, все, похуй. Как будто не сдалека. На воде, скорее всего, и АБЦ, может быть. АБЦ не видел? АБЦ, справа. Это КТ. И вода, скорее всего. По центру просто стоит. Так же стоит, минус хит один. Слышь, в спине, по-моему, что-то топнул, не? Как он мог? Не-не, бред. АБЦ убил Никса? Вода. Хорош, блядь! На нахуй, на фанечка, ладосик! Хорош, блядь, ладос! Лежать! Немножко агрессии раунд. Надо! Очень важный раунд. Мне агрессия нужна, чтобы, блядь, въебать их нахуй! Еби-еби. Так, давай два монстра сядем, посидим. А я буду играть на фанере, все, я знаю. Бля, я чувствую, страшно. Что мне надо где-то на бочках играть. Монстр один. Флешку на воду давал. Это просто машина, скорее всего, два монстра, аккуратно. Смотрю. На самом деле, бочки слишком предсказуемая позиция. Ну, да. Я скаут возьму, короче. Пробую, может, потегать их. Одного убил, еще один там. Еще один там, он не уйдет. Без хита не уйдет. Красный. Он красный, один хит. Он слева, слева далеко.
наверное. А, слева. Вот, видел. Он тебя даже видел, по идее. Он тебя. Хорош. Лучше, Влад. Твой, блядь, хорош, выстрел, хорош. Нахуй. С скаутов ебало, это было просто нечто. Зик один дал смок мост. Могу под флешку пикнуть выйти. Он может выйти. Да, я могу дать. Давай. Дал. Бум. Бля. Нормально, ты попал, ты попал, ты попал. И монстр вышел. Монстр убил. Зик ластавик. Найс! Хорошая команда. Бля, я хочу не отдать, а потом забыл, что ты не рядом со мной. Бля, Владос, я, короче, подумал, что он раньше взорвется, или что-то рано вышел. Не, нормально, ты попал в итоге. Если что, ты попал по нему. Ты по нему прям нормально попал. Кайф. Let's go, let's go, хорошо камбэкнули. Найс, найс, let's go. Ну, 8000 нормально, это нормально, это хорошо. А на 2-бай раунда нам хватит как раз. Зик. Я блайнд. Монстр вышел под флеш. Зик и монстр. Ставит один, другой зик. НТ. 80. Ну, они хорошо сыграли, они просто под флешку пикнули. Че, я могу авик без армора взять просто на увиденность? Да, хочешь бери, хочешь бери. Я вот туда пойду, ты монстр заберешь. Да. Авик дал. Найс, блядь, Володь, легенда! Нормально, трёпка была. О, ебать, это выиграл. Бля, я вообще хуйню сделал, я же забыл, не, что... Не, нормально, нормально. Я подумал, что у него он так сделает, но первый. Я не стал тебя фанить. А там даже не то, что респ, он просто, понял, он калаш выкинул, взял авик. Да, у него типа доп бабки, да, и он получается и то, и то. Да, 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 да. Бля, хуй знает, как будто бы вот когда ты смог выкатывал, понял, а я зигнул. Работает? Давай. Да, как будто бы оно должно быть так, как есть. Я молик зигдам. Че, я готов. Ой-ой, ладно, давай. Я дал флешку за тебя. Зигавик. Поставик. Зиге, зиге. Бомба у него. У тебя есть молик еще. Бомба у него есть. Как будто бы обходит, нет такого? Не, он, я его видел. Окей. Окей, хорош там. Бля, сори. Бля, я что-то не подумал, что он калаш может подобрать от авика, отыгрывал поближний. Так бы распикло. Нормально. Бля, я хочу йолу мув сделать, я просто хочу монстра побежать, понял, без всего в молик. Давай. Дал молик в очки. Авик флупа. И тройка. Не выходил еще. Вышел. Хорош! Найс! Видишь, как я и заколил, блядь, читаемые лохи, нахуй. Хорош, брат. Хорош, блядь. Ладно, похуй, нормально, там я залил очень сильно. Могли из-за контров и за атаку доигрывать, просто я хуево сыграл. Все хорошо, ладно, нормально. Все хорошо. Это не это, это был 5, да. Это был 5, все ок. Согласен, это не спринт, это марафон. Неважно, кто первый бежит, главное, кто прибежит в итоге. Да, все нормально. Сейчас что у нас будет? Коблстоун? Да, да. Короночка. Да вообще спокойно камбэкнем, заберем сейчас их пик, все нормально. Главное, знаешь, типа вот не сломаться, потому что нам не, ну, немного не хватает, и все. Да не-не-не, мы ломаться не будем. Мы за все, тем, мы, с чем мы уже все... пришли, мы уже все забрали, что хотели. Мы играем сейчас чисто, чтобы получить удовольствие исключительно. Так, что, ты в курятник пойдешь? Да. Я, короче, пойду тогда эксперимент один сделаю, чтобы понять, можно так делать или нет. Делаю, как душа велит. На выходе с дропа. Давай хитаем, да. Тут оба, тут оба. Один лонг, один у меня. Лонг забери. Взял лонг. Пробежал. Лонг. Дроп вышел. Дроп вышел, я живу. Дефолт убил. Ласт лонг. Хорош. Бля, ебать, я ниндзя ёбаная. Хорош. Давай начало положим. Блин, ну смотри, если мы будем за АТ, я тебе по 2000. Ой, по 250 дроп. Лонг. 2-2-2. Бля, очень быстро вышел. My bad. Бля. Тебе курятник надо играть, я говорю. Да я не. Я не думал, что так быстро, и из-за того, что карты. Я понял, понял, окей. Нормально, мне навек хватает. Давай, давай, давай. Че, я сыграю тогда дроп просто с Макселлом. Сори, сори, сори. Сейчас буду знать, что мне быстрее прибегает. Два лонг вышли. Блять, тайминг. Два лонг, уже прям вышли, выбежали. Да, ну я ничего не могу. Тут сейф, тут сейф, тут сейф, как будто бы вообще надо. Ты мне тас можешь дроп какой-то дать, и у тебя Максим еще останется. А здесь можно спрыгнуть без. Да, вещи. С контролом только. Надо контр отпускать, понял? Когда начинаешь падать, отпускаешь. Да, норм будет. Го, короче, эко сделаем. Дай мне Максим еще один. Ну я дроп тогда. Я просто хотел наоборот, чтобы ты дроп пошел. Авик на лонге, аниме авик забрали. Подожди, я бойду. Я не могу пролететь, я сразу говорю. Не могу.
Я их взял. Гений, гений. Где клаш? Ага. Понял, они, так, короче, кидают фаст молик сюда, типа. И я не успеваю. Поэтому я справа пойду. Минус 30 дроп. Нормально, еще и поинты заработал. Ебать, джиниус нахуй. Бля, ну все, если я стою дроп, я уже понял, что оружие мне другое нужно. Я говорю, если хочешь, я могу сейчас с авиком дроп пойти, он не ожидает. Это возможно? Ну давай. Я просто не знал, что можно без шума. Дроп сверху. Ну, оба дроп. Я вышел. Я давит. Помочь? Ты... А. Я с тобой просто был. Я не видел, что ты... Ох, нормально. Нормально, го опять возьмем, и все будет заебись. Я тебе коль дам, минимум один лонг. Хорош, ты ебальник снес, хорош. Еще там же авик. Не пикай. Просто живи. Но он меня услышал. Взорвал его, он слева. Он 50 ТП. Он Т. Минус 58. Да, ты ему хаешка в ебальник попал. Бля, ладно, я хуету сделал полную. Нормально. Го четвертый, брать. Два лонг. Один красный, оба там. Тента. Прикинь, я вам минус 76 дал только что. С такой дистанции. Это нормальная пушка, потому что... Я думал, она только в упор стреляет. Не-не-не, это дальнобойная хуйта. Я уверен, что на пистолетах я могу стрелять. Ну, так я поэтому и хочу, чтобы ты армор брал. Мы идем два обмена. Да, я ему молик дал, чтобы теперь слева. Ушел, он уже ушел. Оба. Без головы. Хорошо. Без головы еще один. Еще один. Он не без головы. Без шансов выебу его. О, Никс опять это делает. Это мастер пистол скинки. Это Эдвард. Бля, ну я, видишь, не зря тебе сказал армор брать. Я тебе говорю, ты нормально стреляешь, тебе нужно отреализовывать просто и все. Ну да, просто мне в дропе, я тебе говорил, мне неудобно. Ну типа, меня закидывают. Го будем игнорировать, короче, дроп, пизду его. Один чел у нас в упоре будет, возможно, с дробовиком, как я, понял? Да, убили. Меня убили, двое бегут прям при СВ. Никс ласт. Ну как это возможно, блять? Давай, ты сможешь. Кстати. Он уже вот так. Минус 90. Бля, НТ. Они плюс В, походу, будут играть, слышь? Можем просто, получается, прятаться. Лонг также бегут, слышь? Я прячусь. Хорош, блядь! На, галил, брат! Ебать! Калаш, на! Понял? Ответка Никсу, блядь, залетела. Ну, я говорю, блядь, сука, ёбаный пинг. Короче, я сейчас попробую сделать YOLO move опять. Красные оба красные за сайтом, понял? Прям пиздец, фламину красные. По пузу умерли. Это, блять, из них хп челу оставил, пиздец. Еще второго только накалил, оказывается. Короче, давай, go force, go лучше force. Нам надо их ломать, типа иначе просто хуево будет, мне кажется. Вен, бля, не боится. Ладно, нормально. Я, короче, просто попробую в Вене подрочить. Может, он ошибется. Я его убью. Короче, я даю дикой и пику к нему. Давай. А, он в окне, я его не видел. Да, про двух сторон забрали. На самом деле, здесь очень тяжело с карты. Не повезло, типа. Я реально карту не знаю, просто в плане... Ну, там даже граната позиции, типа таймингов, да. Они ее играли вчера. Да. Видишь, типа, мы договорились с тобой до игры, что я не играю дроп, а в итоге потом ты, типа, такой говоришь, ну, иди дроп, и что-то меня там ебали, короче. Так нет, ты же сам взял дробовик. Ну, вот с того момента я там один раунд, просто уже денег не было. И я, короче, хз. Ну, я к тому, что мы можем 3-2 очень легко камбэкнуть. Да. Просто кобл, пиздец, реально тяжелая карта. Сейчас вертига будет проще. Вот. Ну, если бы я там не нагрел, короче, я просто пару раз хотел, ну, унизить, так сказать, людей. Да, все нормально. Ну, зумчик у тебя есть. Да не, да я на поинты похуй, типа и там хотелось именно как-то показать, что нужно немножко им поаккуратнее быть. Чё, классическое, берем арморы, не торопимся, пиздим. Бля, камбэк 3-2 это вообще то, что, ну, просто по сценарию задуманное. Я думаю, они будут два сайта играть. Короче, смотри, иди сюда. Я могу также пропрыгнуть? Иди сюда, сейчас тебе фишку покажу еще. Вот сюда вот прям залезь на эту хуйню и встань передо мной, просто встань. Прям прижмись в меня, прижмись. Нормально. Я думаю, чел тройка, понял? Можешь подходить вместе с трейфанем, я тройку буду давить сразу. Я топ. Готов? Да. Раз, два. Да, два очка. Без головы, девятка. Без головы, девятка, класс. Хорош. Так, ну флешку можем я могу тебе дать. Го то же самое. Я в меня упираюсь. Ну, убил. Подходи на счет с трейфанем. Готов? Да. Раз, два.
Дефаул ставлю. Можешь ставить? Может обходить. Нет. Плюс 300. Все было под контролем. Гор скидаем. Давай. Аккуратно скина будет такой. Дал. Дал. Давай флеш. Сейчас, подожди. Дал. Еще одна. За спину. Единица. Убил. Хорош. Справа, только справа. Минус 66. Ну это Галил. Нас а, нормально. Ну ладно, мы снимем еще. И мы еще с ним свое отвоюем. Бля, Влад, обосрался. Нормально, нормально. Это флешка на выход готов. Давай. Давай. Единица и транс. Ладно, сейчас смог закончить все двое Влада. Там, ну там, там есть, там есть. Да, там, там есть. Ну он так не пикался. Я думаю, они сейчас на видел будут больше. Ладно, надо зачилить. Я не могу пройти за молика. Да, я понимаю. Бустануть? Или они ждут? Да, вот туда, вот туда. Давай. Так, просиди, просиди. Подожми Ctrl. Отжал, отжал. Просто поднимайся по винту. Можешь смог это подкинуть. Флеш будет пикать. Один перед нами, блайн. Девятка. Тройка? Ой, тройка. Вышел, брат, сайте, сайте. Убил сайте, сайте, брат, ласт. На хп. Хорош, nice. Блять. Он на эту хуйню залазит, слышишь? У меня пизда всегда. Голосу, нахуй. Нормально, нормально. Поаккуратнее, мы все равно их выйдем. Флешку мне дали. У тебя два пол. А, нихуя, блять. Ну так, Никс, минус 60. Минус 60. Чё, брат, Никс, я тебе говорю, Никс это вообще пиздец. Я не знаю, меня опять вот так же убил. Я чувствую, что нам нужно немножко расслабиться. И все будет охуенно. И тогда я смоки не буду мазать. И все будет все хорошо. Нормально. Могу дальше прыгать. Вот. 54. Мидл в упоре. Звук. Минус 26. Я просто попасть. Знаешь чего, короче, Влад, типа норм? Вот когда я до ящика дохожу, если мы мид вдвоем идем, или я, или ты мне накидываешь флеш, и он в упоре просто умирает. Ну, типа, без шансов. Да-да-да. Давай мид вдвоем тогда. Иди один, я тебя накину, я ее СБ накину. Я ее знаю. В упоре не видел. Он у меня упал. На Б просто упал. Там, скорее всего, двое. Он на Б один так не рисковал. Ну, нормально. Три раунда за атаку, хорошо. Вот за контров их выебим. Я вообще вы издали бы по пику, так как у них глоки. А, окей. Пробуй. Два у меня. Пиздец, я в стену уперся. Я бы их убил сами. Нормально, нормально. Надо форсить, короче, и пиздить их, и все. Ну, сука, вышел. Там двое, там двое. Ай-яй-яй, 52. Почти. Блин, вот голову когда залетает эта хуйня, тогда заебись. Гвозди глами просто, чисто без арморов, чтобы с чем могли еще зацепиться. Давай. Да не, мы нормально можем за КТ камбэкнуть. Ну вот, да, я имею в виду, что это вообще нормальный рабочек. Два бета. Один с хитом в пузо. Оба-оба. Оба биты на фанере. На один хитом. Бля, пиздец. Минус 42. Минус 51. Бля. Я из-за этого, если что, перевел прицел на тело. Да, я понял. Там, короче, я по нему думал, два раза попал. Попал один, я по-другому попал, оказывается. Авик, тебя? Не-не-не, я с кольтом лучше буду играть. Короче, я просто с дефолта буду смотреть. Давай. Один тут, тут двое. Мне слэш за спину. Молик, тройку дали. Не надо. Один вышел, один внешку уже. Внешка красный. Тут оба. Оба биты. Справа! Хорош, блядь! Скай, я дурак, ебалый жопу! Блядь, чё так легко? Я думал, блядь, даже расстроился на самом деле. ГГ. Ладно. Короче, мы въебали только из-за меня, потому что... Не, всё нормально, Влад, всё нормально, успокойся, всё хорошо. Это была охуенная игра. Знаешь, что меня напрягает? Знаешь, что меня напрягает? Ну, пинг? Потому что... Не, да хуй с ним с пингом. Просто говорю, из-за того, что у меня просто сил нету, понял, мне даже говорить, типа, тяжело. Да я понимаю, да все... Вообще не переживай, охуенно Сука. Же турнир сыграли, кайф вообще. Не, чё? Сыграли хорошо, согласен. Ну просто как будто бы чувствую, что подвел. Да, да не, вообще не парься, ты чё? Вообще не парься. Я же тебе вчера говорил, что лучше въебать, играя с кайфом, чем задушиться и въебать, да? И мы получили удовольствие в первую очередь. Я пиздец сколько эндорфинов получил, вообще. Ладно, anyway, хороший турнир был по итогу. И не забывай то, что, бля... Челы, типа, эти в любом случае не, они вместе играли. Играют, да, и они и гранаты используют. То есть это мы не каким-то там вообще нубам проиграли. Так что все ок. Анимации, они хорошо сыграли. Не, они красавцы, это факт. Так что вообще не парься.
Все круто было. Вообще очень был рад с тобой. И в первую очередь пообщаться. Вот. И поиграть, конечно, тоже. Прям очень приятно. И уверен, что у вас все охуенно будет. Ну, вообще, в дальнейшем, на Сиднее в том числе. Да, вот. Спасибо. Все, мы свободны. Угу. Еще раз спасибо тебе за хороший турнир. Сыграли достойно, могли сыграть лучше, но это на будущее задел. В следующий раз пиздец, разъебочка будет. Вот. Факт. Я в следующий раз уже буду отдохнувший, готовый. Да, у тебя же этот марафон еще с клавами, клавишками. Да, да. У меня пока еще, у меня у единственного из команды выходного еще не было, так что нормально. Ну вот, все, тогда заслуженно отдыхай. Да, заслуженный отдых. Еще и денег залутали нормально. Можно на эти деньги будет и отдохнуть. Спасибо большое еще раз. Давай, пока. Давай, и тебе пока-пока. Че, ну в итоге вот так вот. Такой вот турик получился, ребят. Блин, я кайфанул, пиздец. Вообще. ГГВП Sky, бля, очень хорошо сыграл. Вообще, респект. Короче, давно не испытывал вот этих эмоций от компетитив, пиздец, кайфанул. Невозможно словами писать. Вот я говорил тут в спиче в целом, что профессиональная игра — это то, что вы не купите за деньги. Это именно ваша работа над собой. И потом, по сути, эта работа окупается вот в какие-то победы, в какие-то достижения, которые дают тебе ебейшие эмоции. Я, ну вот, ничего сильнее не испытывал в жизни по эмоциям, ну, чем, по сути, вот победа какая-то на профессиональной сцене. Ну вот я уже говорил тогда, что когда мы Ньюби обыграли, когда они топ-2 инта были, и когда мы приехали в Шанхай и на лане обыграли Ньюби, бля, это пипец вообще, как будто бы тебе... Не знаю, ну, короче, я осуждаю максимально наркотики, как будто все наркотики одновременно, типа. Вот. И без побочных эффектов. И у тебя там где-то минут 20 такое состояние, какой-то сумасшедшей эйфории там и всего возможного. Так что прям супер. Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин.